8 в Пекине. И прямо сейчас я выхожу на сцену для того, чтобы в блистательном, как всегда, настроении дать старт олимпийцам. Я счастлив, что мы сделали этот первый шаг вместе с нашими партнерами, с нашими китайскими партнерами. Я надеюсь, что это шаг для начала очень большой дружбы между Витасом и такой горячей и такой красивой публикой, какая есть в Китае.
走向民主开放之后，也开始使用资本主义塑造偶像的方法来包装明星。有一名俄罗斯男歌手 Vitas， 声音可以横跨5个8度。外传 Vitas 是一名阉割歌手，才能飙出这么高的高音。今天记者林宏仪带我们到俄罗斯去一探究竟。Sing and sing, even the eye type, say one, two, war, I, me, man.